И всем привет, с вами снова я, Айс Драгон. И сегодня у нас на обзоре будет мой новый Дега Кастом. Карнотаур Демон. Вот, ну, не совсем прям правильный, как должен был быть, получился. Но неплохой, как я считаю. Это, так скажем, его версия 1.5, потому что в предыдущей мини-версии у него словно было, так скажем, нижняя челюсть. А именно она выпирала отсюда. Это я считал неправильно, а потом решил переделать. Ну, потому что это выглядело не очень красиво. А сейчас уже более-менее покрасивее выглядит, чем тогда. Делал я его на основе Барионикса, как и моего Ихтиовенатора и Тиризинозавра. Тиризинозавра я расширял, как и его. И, кстати, он был сделан на другом Бариониксе. Этот, вы же знаете, черный Барионикс такой с расцветкой Индораптора, вот был, и с красными пятнышками. И вот именно из него я сделал и этого Карнотавра Демона. Ну, просто для разнообразия я разных расцветок заказываю динозавров, из них кастом делаю. Ну, чтобы просматривать их недочеты, там дочеты. Тиризинозавра я из обычного Барионикса сделал, ну, с обычной расцветки. А Ихтиовенатора вы знаете, из какого я брал Барионикса. Я его, так скажем, тогда не разрезал в ширину, и не надо было в ширину разрезать, что я правильно сделал. И я предлагаю перейти в сравнение, это я заговорился как-то слишком. Предлагаю самым первым сравнить с самым главным антагонистом из фильма «Мир юрского периода 3», именно гигантозавр Зепп. Зепп, надо, наверное, Зепп уже больше, в принципе, намного карма. Во-первых, вы видите, короче, на кончик хвоста его, там, где я его донял. Ну, еще он еще больше в ширину. И у него еще и он выше, у него есть горб. У них у обоих есть шрамы. У демона это на лице. А именно у демона они с другой стороны. Другая сторона у него получилась немного похуже. И сломанный рог, кстати, тут тоже есть. Вот. Красный плохо наложился на кастом. Ну и вот можем сравнить, какие у них шрамы. Предлагаю теперь сравнить с предыдущим моим Лего кастом Мазозавром, который тоже был в Доминионе. Мазозавр уже на хвост больше, чем тот же наш Карнотавр. У Лего есть Карнотавр, но он слишком большой, как все считают, и я тоже так считаю. И у них нету Карнотавра Демона. Поэтому я его сделал. И скоро, возможно, буду делать Тора, но это уже не точно, потому что я не знаю, есть смысл его пока что делать или нет. Еще предлагаю сравнить с кастомом моим Тиризинозавром.
Тиранозавр как раз уже, кстати, немного подлиннее, прям немного. Но в ширину тиранозавра вы, так скажем, больше, и у него еще есть перья. Еще у него массивный хвост и длинная шея. Шею я, как вы видите, ему делал на как из хвоста Барионикса в Тиризинозавру, а шею Карнотавра из Карнотавра ой, из Барионикса шеи. Предлагаю еще сравнить с динозавром, который был на Туториале, а именно Ихтиовенатором. Ихтиовенатор был меньше, как я знаю, чем Карнотавры. И тут он тоже немного меньше. И по массивности Торо, так скажем, выигрывает. А вот в высоту немного Ихтиовенатор выигрывает. И в длину тоже Торо. Ой, Торо, извиняюсь, Демон. Перепутал. Еще предлагаю с динозаврами, которые тоже были в Доминионе, и которые даже, можно так сказать, встречались с демоном, а именно Атерацираптора Глоуст и Атерацираптора Ред. Не помню, они именно с ним встречались или нет, когда гнались за Оуэном, но они там вроде бы были. И еще к тому же, в принципе, они довольно-таки не похожи, поэтому я и решил именно их выбрать для сравнения. Предлагаю еще сравнить с тем, кого я забыл поставить, с мини-фигуркой Оуэном, жмыхнутым. Отсылка к кастомизатору Павел. Если кто не знал, это мой друг, у него тоже есть канал с кастомами, он тоже кастом делает прикольными, и он этого Оуэна назвал жмыхнутого. Но это не оригинальный Оуэн, потому да, жмыхнутый какой-нибудь там. И всем пока, с вами был Ice Dragon, пока-пока.